Мне бы хотелось понять, кто из вас занимается сайтами? У вас есть какие-то контент-площадки, и вы на них зарабатываете? Окей, процентов 25. А кто занимается арбитражом, трафиком и во всем, всем этим прекрасным? Ага, процентов 70. Все, супер. И 5% не хотят поднимать руки, потому что утро. Смотрите, я специально взял такую тему, которая будет интересна всем. Потому что ребята, кто занимается арбитражом, им не интересны сайты из-за того, что там все долго, медленно и как-то, ну, немножко не то. Хочется быстрых доходов и так далее. Ребята, кто занимается сайтами, особенно давно, им тоже хочется быстрых заработков. Поэтому мы сегодня будем говорить о той теме, которая дает возможность быстро и много зарабатывать. А дальше вы уже сами решите, интересно вам это или нет. В общем, мой доклад называется «1000% годовых на перепродаже сайтов». Давайте разбираться. Значит, важный момент то, что в любой вертикали, в любой нише есть определенные периоды. И непосредственно в сайтах сейчас интересный период. Я вам, собственно, это покажу и расскажу. И эти сладкие времена позволяют зарабатывать реально за короткий период времени много денег. И в каждой вертикали, в каждой теме всегда такая штука бывает. И есть те люди, которые успели, и те, которые не успели. И я хочу, чтобы вы успели, поэтому с вами этим делюсь. Вот. Но, собственно, у каждого, особенно те ребята, кто занимается сайтами, может возникнуть вопрос, ну типа, почему ты так решил? И, собственно, это сомнение, оно основано на то, что поисковые системы 17, 18, 19 год закручивали гайки. И это все, кто в теме сайтов, знают. То, что все становилось сложнее, тяжелее и так далее. И здесь нам, в принципе, с вами даже ну, обсуждать нечего, потому что это реально были громкие такие неприятные моменты. Те ребята, которые занимаются арбитражом, знают то, что тоже каждый инструмент время от времени что-то закручивает крайне неприятно. 2020 год, он был таким, я называю, последним ударом, да, который многих добил. Потому что просел трафик на сайтах у многих, а тут еще и доход упал на тех сайтах, которых есть, и получилось, что остались многие с очень маленькими доходами. Выглядело это примерно так, что на 30-50%, у кого-то даже на 70%, доход упал непосредственно в 2020 году. И когда происходит такая ситуация, это реально такой удар, да, после которого многие предпочитают ну, начать все с чистого листа. Я думаю, что 100% в этом зале есть те люди, которые столкнулись с тем, что ухудшались условия на рынке, или то направление, или та связка, с которой вы работали, она сломалась. И в этот момент, ну прям реально апатия, грусть, депрессия. И в этот момент хочется найти что-нибудь новенькое, где будет опять хорошо, зеленее трава, будет казаться, что будет легче. И на самом деле многие переключаются и пробуют себя в новом. И когда многие ушли из сайтов, то образовалась как раз следующая стадия рынка. Потому что любой рынок, он цикличен. И, соответственно, у рынка есть стадия подъема, есть стадия спада, которая как раз была с 2017 по 2019. И самая жопа, депрессия наступила в 2020. Настолько грустных людей я никогда не видел. То есть люди, которые даже были такие кремень, они говорили, не, это не мое, я, пожалуй, пойду. Многие вообще просто ушли в такой отпуск. И после вот такого депрессии всегда наступает постепенное оживление. Находятся новые возможности, появляются новые перспективы, и кто быстро адаптируется, собирают сливки. Значит, 2020 год. Все упало, многие люди продали свои сайты, вышли из темы. В 2021 реально. Вы можете поспрашивать тех ребят, которые занимаются сайтом, и спросить, много ли людей ушло там с 2017 по 2020 из сайтов? Да хрена. Почему? Потому что был спад и депрессия. И сейчас конкуренция стала реально низкой. Далее. Цены на сайты снижены. То есть сайты можно купить намного дешевле, чем в 2014, 2015 и 2016 году. Тогда они стоили на 30-50% дороже, потому что был рынок на росте. Следующий момент. Я говорил это на конференциях, на своих каких-то докладах, что поисковики начинают сами поглощать выдачу.
каннибализировать. Ну, то есть добавляет туда свои сервисы, и сайтам остается все меньше мест. И это на самом деле такая игра, в которой очень тяжело выиграть. Но из-за определенных изменений, возможно, вы видели эти новости, произошло следующее, что тот же, например, популярный и всех пугающий Дзен Яндекса, ну, Дзен, да, Яндекса, он почему-то в 2021 году потерял примерно 50% своих результатов, хотя до этого очень сильно поглощал поиск. Это очень важный момент. Если вам будет интересно, потом можем в кулуарах про это пообщаться, почему это произошло. И, собственно, наша задача сейчас оглянуться по сторонам и понять, а что делать в такой ситуации, чтобы получить максимум. И я считаю, исходя из своего опыта, возможно, у вас другой опыт, и вы по-другому считаете, что самая эффективная стратегия — это перепродажа сайтов именно в 2021 году. Как это работает? И какие здесь есть плюсы? Во-первых, сайты сейчас можно купить реально дешево. Второе. Есть конкретные наработки и понятные технологии, как докрутить сайт просто и начать на нем зарабатывать больше. Потому что за предыдущие циклы мы наработали достаточно много практики, конкретных кейсов и примеров. Есть много подрядчиков, которые за вас это сделают просто под ключ. Далее. Важный момент то, что рынок развился и стандартизировался, и поэтому можно делать достаточно большой, быстрый цикл сделки. То есть вы можете купить сайт, над ним провести работу и через 3-4 месяца его уже продать. Это нормально. Значит, какая стратегия? И давайте произведем расчеты, чтобы вы понимали, какая математика. Наша задача — найти сайт, который мы купим с 12-месячной окупаемостью. Кто-то из вас скажет обязательно, кто в сайтах, это невозможно. Никто не продаст сайт, который будет за 12 месяцев окупаемости. Чуть позже я расскажу, что такое 12 месяцев окупаемости и как правильно, ну, найти такой сайт. Соответственно, берем сайт, который зарабатывает 10 тысяч рублей, и мы его покупаем за 120 тысяч. Дальше. Простыми действиями мы докручиваем монетизацию этого сайта и увеличиваем всего лишь на 25%. Не на 100, не на 200, потому что у многих ребят, кто занимается арбитражом, навыки работы с трафиком и монетизации пользователей, ну, позволяют расти в разы, да, потому что вы понимаете, для какой аудитории что показать. Те ребята, которые занимаются сайтами, в большинстве своем не умеют работать с офферами. Давайте так. То есть вы понимаете, что такое креатив, какая аудитория, что показать и, соответственно, как ее зацепить и как ей продать. Этот навык вам позволит зарабатывать больше. Но мы берем минимальные 25%. И тем самым сайт, который приносил 10 тысяч рублей, начинает приносить 12500. Ну, то есть несущественные изменения. И дальше мы приходим на рынок. Есть биржа Teldory, на которую вы можете выставить сайт и продать его за 18 месяцев окупаемости. 18 месяцев окупаемости — это нормально. То есть на бирже Teldory можно продать сайт за 18 месяцев без проблем. Что происходит? 12,5 тысяч умножаем на 18, получаем 225 тысяч. То есть мы купили сайт за сотку и через 3-4 месяца продали за 225. Что мы делаем дальше? Мы повторяем в течение года 4 таких итерации. И здесь важный момент. Я непосредственно сам использую такую стратегию. Есть у меня ребята, ученики, которые также используют эту стратегию, и у них получается. Что мы получаем? Первая итерация — 225 тысяч, вторая — 421, третья — 791, четвертая — 1 483 000. Это за один год. Соответственно, что мы получаем? Что с 100 тысяч рублей за один год можно, провернув 4 итерации, выйти на капитал 1,5 миллиона. Здесь есть нюанс. То, что это не получится сделать, например, с 10 миллионами, потому что есть определенная емкость рынка. То есть вы не сможете из 10 миллионов сделать там 150 миллионов. Но с миллионом такое можно сделать, и из миллиона сделать 15. Окей. В принципе, стратегия ясна. Кому понятно, я объяснил, поднимите руку, пожалуйста, друзья, чтобы я понимал. Охеренно. Все. Движемся дальше. Давайте детали теперь. Как найти и правильно оценить сайт? Потому что у нас времени, я вижу, у меня 10 минут осталось, поэтому проще, я буду по верхам говорить, и вы фоткайте, если вам это нужно. Значит, кстати, подождите сейчас. Вот этот слайд сфотографируйте. Видите, здесь написано «бонус». И те, кто выложит это в сторис и отметят меня, Роман Пузат, я для вас вышлю 20 ниш, которые я считаю самые перспективные в теме покупки, ну, в которых реально будет результат. Вот, поэтому… Давайте там 10 секунд. Все, кому нужно,
Бонус. Так. Все, вроде бы все успели. Кому нужно, точно успели. Окей. Значит, давайте по деталям. Как правильно найти и оценить сайт? Здесь важный момент. Первое. Мы берем только те сайты, в которых мы реально шарим в монетизации. То есть, если вы не знаете, как сделать больше, чем делает большинство, да, то есть вы просто знаете, как повесить обычную базовую контекстную рекламу или тизерную, и все, то вам это точно брать не нужно. Если вы работаете, там, например, с Нутрой, вы понимаете, что как вот непосредственно на этом сайте зарабатывать больше. Потому что вы убираете посредников в виде контекстной рекламы, в виде тизерной сети и льете напрямую, и умеете делать это эффективно, нарезать трафик по устройствам, по гео и так далее, и выжимать максимум. Супер, это то, что вам нужно. Соответственно, нам нужны те сайты, в которых вы разбираетесь, где вы сможете сделать монетизацию больше, чем другие. Потому что если у вас не будет этого конкурентного преимущества, вы не сможете купить сайт за 12 месяцев окупаемости. Окей. Далее. Когда мы ищем сайты, мы используем все источники. То есть к этим источникам относятся, естественно, там и биржа Telderi, и другие биржи, и форумы, и прямой поиск. То есть нужно использовать все. Потому что я часто встречаю, ребята приходят только на биржу Telderi, прекрасный сервис, но он все равно ограниченный. И он имеет достаточно высокую конкуренцию, потому что это, грубо говоря, витрина, которая показывается всем. Это нужно понимать. Поэтому, когда вы делаете прямой поиск, вы однозначно будете находить больше сделок. Дальше. Обязательно, когда вы покупаете и находите новый сайт, запрашивайте статистику, посмотрите, а как на этом сайте заходят материалы. Возьмите, зайдите в метрики там, содержания, посмотрите последние публикации, которые на нем сделаны, они вообще дают трафик или нет. И если они дают, это хороший индикатор того, что на сайте, скорее всего, новые публикации будут также давать результат. И дальше вы берете потенциальный базовый доход, который вы можете сделать в этой теме. Ну, например, вы берете, покупаете сайт ну, в тематике стройка. У вас есть выход ну, на лидогенерацию. Вы знаете, что Москва, Питер, вы готовы делать лидов для определенных организаций. И вы зарабатываете на таком сайте, ну, например, 80 копеек на одного уникального посетителя. А сайт, который владеет им человек, он зарабатывает 20 копеек. И, соответственно, для вас 12 месяцев окупаемости, для человека это будет x3 к его доходу. И для него эта оценка будет, как будто у него сайт покупает за 2 года окупаемости или даже дороже. Естественно, он будет заинтересован продать, но так как у вас есть вот это конкурентное преимущество, вы сможете на этом сыграть. После этого вы проводите безопасную сделку. Для этого я рекомендую, ну, лично сам использую биржу Telderi. Соответственно, там можно оформить сделку и все это прописать. И по регламенту провести. В этом плане очень удобно, чтобы не было какого-то ну, кидалова да, там, с той или иной стороны. Потому что многие переживают, что этот рынок, ну как-то, блин, что-то покупать, продавать, как там это. Есть биржа Telderi, если вы не знаете, собственно, можете зарегистрироваться и посмотреть. Вон Денис сидит, можете. Денис, помаши рукой. О, Денис машет рукой, он, собственно, вам про Telderi все расскажет, потому что это его сервис. И далее. Важный момент, что когда вы покупаете сайт, не оценивайте сайт просто как вот многие оценивают. Вот есть код, есть там статьи и все. На самом деле у многих сайтов очень много таких побочных продуктов. Ну, например, социальные сети, базы e-mail и так далее. Чтобы вы понимали, я как-то купил сайт, на котором был форум. И человек говорит, ну, у меня там есть форум, он заброшенный, я, в принципе, его не поддерживаю. И мне этот сайт, в принципе, из-за форума был интересен. Почему? Потому что на этом форуме было более 100 тысяч имейлов. Я эти 100 тысяч имейлов выгрузил и, соответственно, сделал им одну рассылку просто с подходящим оффером. И все, с этой одной рассылки я купил сайт. Понимаете? Поэтому ваша задача – рассматривать сайт со всеми дополнительными активами, которые у них есть, и их обязательно себе забирать. Далее. Сразу же после того, как вы купили сайт, вы сразу же приступаете к монетизации. Не откладывайте это на потом, когда-нибудь, с первого же дня. Далее. Переходим к докрутке. Естественно, после анализа аудитории, все вы это знаете, как делать, в метрике у нас много статистики, кто у нас там, мужчины, женщины, из каких городов, какие у них интересы и так далее. Подбираем непосредственно офферы и начинаем тестировать. После того, как мы протестировали, нашли эффективные связки, их докручиваем. Остальное, все, что не можем отмонетизировать, завешиваем стандартными способами монетизации. Далее. Проводим базовую SEO-оптимизацию,
В принципе, здесь можно подключить подрядчика, и если у вас есть навыки, можете сделать сами. Перелинковка, переоптимизация тайтлов и заголовков и вписывание ключевых слов, где это необходимо. Где недостаточно плотности ключевых слов, можно через комментарии это сделать. Самые простые действия, дающие гарантированные результаты. Окей. Если на сайте, который вы покупаете, есть срабатывание новых материалов, естественно, вы берете и публикуете новые материалы, дописываете семантическое ядро. То есть через тот же сервис Caseo можно сравнить два сайта, посмотреть, какое семантическое ядро у вас недовыписано, и довыписать. Далее. После того, как вы это все сделали, делайте точечную демонетизацию. Соответственно, правильные форматы, правильные гео, потому что Яндекс, например, на Украину нет смысла показывать, для Украины показываем другие рекламы, вешаем рекламу на AdBlock и так далее. То есть, ну, монетизируем всех. Все, когда вы это сделали, ждем месяц-два, чтобы зафиксировать результаты. Выходим на биржу Telder и продаем за 18 месяцев окупаемости. Что важно для людей, которые продают, и тех, кто покупает? Большинство людей, которые покупают сайты, для них самый главный момент, когда они у вас сайт будут покупать, им, чтобы вы помогли. То есть не просто им скинули сайт, там, греби как хочешь. Вот. А если вы окажете определенную консультацию, поможете развернуть сайт, дадите какие-то комментарии, подскажете, как у вас настроена монетизация. То есть буквально час, два, три консультации, она сильно выведет ваше предложение на другой уровень. Потому что большинство продает по принципу: вот сайт, хочешь покупай, не хочешь, иди дальше. Вот. Это важный момент, то, что если вы готовы помочь. Далее. Массовая публикация во все источники, которые есть, форумы, чат, Telder и так далее. То есть для того, чтобы сделать максимальную воронку, максимальный интерес к вашему лоту. И важный момент, что все вот эти дополнительные ценности, которые вы получили в виде социальных сетей, форума и так далее, ваша задача тоже максимально плотно описать. То есть не так, что, ну, там есть еще социальные сети. Нужно описать, что за социальные сети, какая в них ценность и так далее. Может быть, отдельная монетизация, которую вы там применяете, и отдельно расписать потенциал, который они имеют. Тогда люди будут в вашем лоте видеть не только сайт, а непосредственно такую небольшую экосистему, которая имеет большую ценность.